Всем здорово, ребята! Ну что, у нас сегодня на английском сервере битва гильдий, и мы с вами попробуем ее ушатать. Как ушатать? Одним героем попробуем пройти топов. Я уже проходил, показывал вам в прошлую битву гильдии Ронином 10-10. Мы прошли, в принципе, всех топов практически. Можно было и не слиться, но мы слились. О, отлично, красавчики. Люблю, когда так сливаются. Четкие пацики. Так, у нас сегодня будет интересная битва гильдии. Попробуем ушатать, я не знаю, потестировать интересного ворожая. Вот такого вот хочу попробовать, сможет ли он затащить максимальной сборки на уклонение. Вот такой вот вариант сделаем. Или даже не такой. Поставим вальс. Вот такой вот вариант сборки. Максимальный уклон. Поехали. 692, 800, 600. Да, печальные, конечно, сегодня топы, но ничего не поделаешь, придется и таких бить. Так, стрелок, Космо, Фрэнк. Попробуем отвлекать. Не вариант, смотрите, сливается. Это знаете, какой у нас сейчас стоит ворожей? Соживой. А сейчас мы поставим нашего. Которого будет немножко больше дефа. Вот такая вот сборка. Поехали. Землеройка, зефир, все дела. Будем пробовать, сможем ли мы ушатать или нет. Как думаете? Если сможем, то это, конечно, пипец. Это полный трэш будет, ребятушки. Пятьдесят 4%. Мне кажется, тут можно даже юнитами не спамить, но я буду спамить юнитами, потому что неохота сливаться. Просто жесть. Смотрите, что он творит? Он просто какой-то дикий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, к огнику пошли. Огник, не надо нас сливать. Не сливай нас. Пожалуйста, не надо. Нам надо ушатать. Нам надо ушатать. Поставь ему пофиг. Этому ворожаю просто пофиг, ребят. Соло вынес. Землеройка был. Просто изи. Ставьте лайки. Просто бешеный ворожай. Я не знаю, это жесть, конечно. Это полное унижение. Поехали следующего топа. Посмотрим. 712. 618. 701. Значит, 700 бьем. Такс. Поехали. Попробую не спамить, то есть попробуем просто без спама посмотреть, сможет ли он без спама что-то сделать, сольется или нет. Фрейя с воодушевлением, это нам на пользу, просто тупо стоим и развлекаемся. Что вы на это скажете, ребят? Ворожей соло выносит топовые базы.
Просто кайф. Ну, я не спамлю юнитами, если даже будет слив, то вы понимаете, что мы тестируем. Ну, такие тесты, конечно, это просто аут. Ну, а с вас, конечно же, лайки. Лайки, подписка, кто не подписан. Просто пипец. Это что-то нереальное. Какие бы у вас прокачки не были, вы ничего не можете сделать такому ворожаю. Поехали дальше. Так, что у нас тут? Оккультист, куча всего. Ну, поехали. Подальше закинем. Самое главное... О, отлично. Сейчас мы на Фрейе зацепимся. Нас это вполне устраивает. Тут единственное, что может Фрея попасть один раз. И то я сомневаюсь, что она пробьет. Вот для чего вальс клинку. Вот где он тащит. А ведь можно еще и десятку качнуть. И вы ничего ему не сделаете. Вам будет просто пофиг. Он сам себя хилит. Снимает усиление, дебафы. Что еще надо, вот скажите? Вот что еще реально надо? Мы ушатываем донатные расты, зефирки там и прочее. Просто пофиг. Вот вам битва гильдии, которая на сегодня не актуальна вообще. Делайте одного такого героя при удаче и можете забыть. Просто жесть полная. С кем воевать? Фиг его знает. Что там кто-то нападал? Ну, пусть нападают. 592. Поехали посмотрим. Может, здесь будет что-то интересное. Тут вообще какая-то раста кривая. Ну, интересно его возле всех выпустить. Пусть нападут. Ради теста. Да, просто капец. Фрея и Зефир не могут убить ворожея. Ну, убейте его. Космо уже даже бьет. Я даже не спамлю. Уже чисто ради слива. Пофиг. Он просто тащит. Какой нафиг Зефир? О чем вы говорите? Зефир просто уже... Прошлое. Ну, не убили все равно. Капец. Это просто капец, ребят. Полный капец. Я уже выкидываю на героя все равно, пофиг. 100%. Просто аут. 125. 618, 647. Ну тут вообще. Ну, битву гильдии, наверное, проходит, скорее всего.
Что я могу сказать? Я вам показывал этого ворожея на разных локациях, я вам показал его на битве гильдии. Спасибо IGG, что вы ввели созвездия, которые просто делают имбалансных героев, по которых просто нереально попасть, которых нереально слить. Это при том, что у ворожея нет встроенного уклонения. А если еще взять героев со встроенным уклонением, таких как Душегуб, тот же самый этот Огник, либо какие могут накидывать себе Кенди там, Землеройка, это просто неубиваемые герои, которые будут все время просто тупо портачить. Вот так вот. Вот такой вот, ребятушки, у нас трэш. Соло топ-5 со спамом, без спама. Просто тащит. Давай, Фрея, я надеюсь, что ты хоть раз попадешь и сольешь его. Без вариантов. Просто без вариантов. 30-е прорывы. Без точности. Противуклона не тащат. Максимальный уклон. Это просто аут. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.